Кожен місяць опалювального сезону збільшує заборгованість населення теплоенергуючим підприємствам. У деяких містах України вже постало питання про припинення центрального опалення у зв'язку з боргами за спожитий для цього газ. В нашому місті вже доходить до кінця третій місяць опалювального сезону, і борги теж поступово збільшуються, хоча ситуація ще не досягла критичного стану. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к нашим горожанам по вопросам функционирования и оплаты услуг центрального отопления от нашего центральной котельной, обслуживающей предприятием КП «Черноморстеплоэнерго». На сегодняшний день задолженность за потребленный газ перед «Нафтогазом Украины» составляет 22 миллиона гривен. Это существенная сумма. Конечно, если брать в сравнении с прошлым годом, эта сумма меньше. В прошлом году задолженность за этот же период была 25 миллионов. Но это, скажем так, вопрос не вселяет все равно оптимизма. Это достаточно высокая сумма. Хотя, если посмотреть в процентном соотношении, это свыше 90%, что, конечно, дает нам возможность гарантированно получать эту услугу по потреблению газа. То есть «Нафтогаз» нас не отключит, хотя многие, наверное, горожане читали в средствах массовой информации, что есть список городов, которых «Нафтогаз Украина» готовит к отключению за неуплату за потребленный газ. У нас, конечно, ситуация в этом плане, конечно, лучше, чем в других городах, но тем не менее, я хочу обратиться к нашим горожанам. Почему? На сегодняшний день задолженность населения, именно конкретно населения, за потребленную услугу составляет свыше 26 миллионов гривен. Это достаточно высокая сумма. Особенно у нас, естественно, провальный месяц январь, поскольку это были в основном праздничные дни. Естественно, население праздновало праздники. И, конечно же, оплата жилищно-коммунальных услуг была на последнем месте. Но ситуация такова, что и я прошу жителей отнестись серьезно к этому вопросу. Нужно оплатить эти услуги, оплатить текущую задолженность, по возможности оплачивать более давнишнюю задолженность. Со своей стороны, конечно, предприятие «Черноморстеплоэнерго» полностью проводит претензионную работу. Вот за последнее время по системе Viber было отослано свыше 10 тысяч предупреждений. По квартирно выдано более 7 тысяч предписаний сегодня по оплате. Ведется полностью претензионная работа через систему судов по крупным задолженностям. Но все равно эффект на сегодняшний день не столь тот, который мы хотели бы ожидать. Поэтому я очень убедительно прошу изыскать возможности сегодня погашения задолженности. Несплата отриманих послуг теплопостачання мешканцями Чорноморська в свою чергу призводить до заборгованості підприємства «Чорноморськтеплоенерго» за використаний газ перед «Нафтогазом України». Деякі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є вже хронічними неплатниками за спожите тепло. По состоянию на 27 января дебиторская задолженность 21 миллион гривен. Это сумма, которую, если бы вы оплатили полностью за полученную услугу по теплоснабжению, полностью покрывала бы наши долги за газ. То есть аналогичную сумму мы должны газовикам. Нужно отметить, что некоторые ОСББ, такие как «Промень», школьный переулок 4Б, ОСББ «Корабельный», «Корабельная 7А», «Затышек сервис», «Хантадзе 3», переулок «Хантадзе 3», были нами включены, отопление в этих домах было включено позже, чем во всем городе, буквально на 10 дней позже. Связано это было с долгами, которые имели место быть за прошлый отопительный сезон. Однако, если посмотреть на табличку, информацию о нынешних проплатах этих трех ОСББ, можно сказать с уверенностью, что выводов ни жители, ни председатели этих ОСББ никаких не сделали, так как долги их не уменьшаются, а увеличиваются и даже не находятся на том уровне, который был до начала отопительного сезона. Из числа домов, которые не входят в состав ОСББ, нужно отметить еще «Парусную 10», дом «выдающийся» просто в кавычках, дальше просто некуда. «Чорноморськтеплоенерго» не тільки постійно проводить роз'яснювальну роботу з населенням, але й через суд примусово стягує борги зі злісних неплатників. Ми в прошлом году організовували
7 бригад наших работников, которые ходили по квартирам должников и объясняли людям, что нужно платить, что они задолжали, напоминали им об этом. Результат был, но весьма скромный. Сегодня, чтобы вы понимали, взяты в работу 10 должников, которые задолжали более 85 тысяч гривен по всем коммунальным предприятиям, касается ГУЖКХ, водоканала и теплосети, и рассматривается вопрос об отселении этих жильцов из квартир. Я говорю вполне серьезно, сейчас юристы трех этих организаций в объединенном порядке занимаются этой проблематикой. И поверьте, будет очень кому-то неприятно, когда придут к ним и приедут на машине и будут просто выселять за долги. Нужно искать пути дороги. У нас работают социальные службы, местные органы власти очень много помогают населению в плане оплаты за коммунальные услуги. Так, в прошлом году, насколько я помню, 851 тысячу из местного бюджета денег было направлено на эти цели. Сумма не маленькая. Я знаю людей, которые прежде не обращались за помощью в социальные службы и местные органы власти, а когда обратились, доплачивали мизерные там, по 20-30 гривен из пенсии на оплату коммунальных услуг. Остальные деньги были проплачены социальными службами, местными органами в виде помощи матеріальної для оплати за комунальні услуги. В переважній більшості чорноморці своєчасно платять за теплопостачання, але є й такі, що цього не хочуть робити. Втім, уникнути їм цього неможливо. К сожалению, сегодня, что задолженность большая, она не критическая, но серьезная, и эти 21 миллион гривен задолжали, к сожалению, всего лишь порядка 2000 наших горожан. Основную сумму, по крайней мере, будем говорить так, потому что там свыше 3000 гривен задолжали 1390 наших абонентов. Это люди, которые должны подумать о том, что и как они собираются дальше жить, как они собираются получать услугу. Есть предложение от некоторых жильцов отключить их от централизованного теплоснабжения. Могу вам сказать, что согласно существующих законов и правил, отключение от централизованного теплоснабжения в домах общего пользования запрещено. Пока что запрещено. Нет таких разрешений, потому как если отключить отопление в этой комнате, а в соседних будет работать это отопление, то в соседних комнатах температура помещение понизится на несколько градусов, а в этой комнате вода никогда не замерзнет, если вы ее поставите на стол посреди комнаты, потому что вас будут обогревать соседи за бесплатно. Они будут платить, а вы не будете платить. Это один вопрос. И второй вопрос – это нарушение гидравлического режима системы центрального отопления дома, которое может привести к ухудшению теплоснабжения остальных квартир в этом доме. Поэтому законом предусмотрено не разрешать отключать отдельные квартиры в домах общего пользования. Есть одно условие. Если весь дом единогласно согласится отключить отопление и перейти на какой-то другой альтернативный вид топлива или не отапливаться, то это возможно. Но для этого нужно создать в доме своем управляющую компанию, выбрать председателя, правление, чтобы все было в рамках закона, составлен протокол, который может позволить дому уйти от централизованного отопления и перейти на какой-то другой вид отопления, если такого есть. Незважаючи на теплу зиму, опалювальний сезон в Чорноморську ще може тривати пару місяців. Тому до своєчасної оплати та погашення боргів за комунальні послуги треба відноситись відповідально і робити це своєчасно.